Стрессы, которые мы подавляем, неопределенность, в которую загнала нас пандемия, отдых, который мы выбираем за сериалами на диване и игровая веб-зависимость – это не лучшие способы держать тело в тонусе и мыслить свежо. Каждому жителю мегаполиса нужен перерыв на бездействие, желательно полезное бездействие. Поэтому программы восстановления, реабилитации, антистресса, релакса и детокса популярны как никогда. РБК решил перезагрузиться, оздоровить привычки и отдохнуть. Все это мы хотим сделать одновременно, быстро и эффективно. Поэтому мы здесь, в санатории Красноозерске. Это экологичная здравница расположена на юге Новосибирской области в 300 километрах от Новосибирска, на границе Алтайского края и Казахстана, в лиственном лесу, в излучине реки Карасук. Всего 3 часа от города на собственном авто или комфортном трансфере, которым мы и воспользовались. Это, кстати, роскошный новый Мерседес, который доставит отдыхающих из пункта А в пункт Б и обратно. И вот мы на месте. Здесь дышится совсем иначе. Одурманивающе приятно и сногсшибательно свежо. Нас встречает Алексей Курнявкин, директор санатория, и проводит экскурсию по новому лечебному корпусу. Санаторий уже перелистнул страницу с 55-летней историей, и он единственный в регионе, который имеет полный комплекс природных факторов. Алексей рассказывает, что стереотип, привязанный к неймингу «санаторий», постепенно рассеивается. И это уже место не только для наших бабушек и дедушек, да и вообще для людей категории 50+. Возрастные рамки стираются, и для отдыха молодой аудитории здесь есть все. Причина проста. Много внимания стали уделять превентивной медицине, то есть поддерживать здоровье, а не лечить болезни. И это ключевой момент перехода на новый уровень качества жизни. Мы постоянно уделяем внимание досугу, приобретаем там дополнительное медицинское оборудование для проката, досуга, нанимаем дополнительных аниматоров, но чтобы было не только здесь полезно, но еще и интересно. То есть аудиторию мы все равно рассчитываем наращивать, работоспособную аудиторию, в том числе молодых людей. Сегодня очень много травмированных, а это в год по нашему региону более 50 тысяч случаев, которые после травм, переломов и операций, а приезжает всего их сотни. То есть сегодня есть ситуация, когда люди про нас не знают, но мы есть. Надо над этим работать, над продвижением, над донесением, что здесь тоже можно отдыхать. Всего 300 километров, это 3 часа на автомобиле, и ты в экологически чистом уголочке земли. Команда врачей подбиралась годами, поэтому они лучшие из сильнейших. К тому же в штате очень широкий спектр узких специалистов. Кстати, сам перечень оздоровительных комплексов постоянно расширяется. Более 120 процедур и 140 методик разработаны, чтобы буквально и фигурально очистить от лишнего тело и рассудок. Ну, к примеру, в нашем случае мы в программе «Экспресс» заложили и рассчитано это на аудиторию, которая не может приехать на 2 недели, на 3 недели. Она приезжает от 2 до 10 дней, наш продукт. Размещается в номерах повышенного комфорта, которые мы в том году ввели в эксплуатацию. И для этого не нужно получать, к примеру, санаторно-курортную карту. То есть сегодня наш гость приезжает, ему нужен только с собой паспорт, и он размещается, и в первый же день получает уже все необходимые процедуры. Это и оздоровительные, омолаживающие, косметологические спа-процедуры. В том числе для таких клиентов мы работаем в воскресенье, что очень большая редкость. Как правило, в санаториях работают по 6-дневке. То есть 7-й день, он считается день для отдыха. Нужно понимать, что некоторые вещи, как бы мы ни хотели экспресс они не делаются, да? Но есть ряд направлений, в том числе процедур, которые сегодня можно использовать в экспресс-турах, в том числе и, например, программа антистресс. Вот даже на 3-4 дня человеку приехать, выспаться, погулять, дышать чистым воздухом и походить на расслабляющие процедуры очень даже полезно. Пока наша съемочная группа заселяется, оглядимся. Номерной фонд на любой размер кошелька. Поскромнее, полакшери. Я выбираю комфорт с круглой кроватью и видом на лес. Жизнь журналиста – это перманентный стресс, ненормированный рабочий график и несбалансированное питание. Поэтому просим команду Красноозерского отредактировать наши привычки. Несколько дней нашим съемочным ансамблем будет дирижировать команда квалифицированных докторов. А мы, в свою очередь, тестировать процедуры и наблюдать, как это делают другие отдыхающие. Мы приехали сюда из Магадана. У меня была в октябре операция эндопротезирования в НИИТО Новосибирском. И посоветовали в Красноозерке на реабилитацию. Вот мы здесь. Нам очень нравится. Здесь хорошо кормят, хорошие аппараты, хороший инструктор, добродушный персонал.
Мне нравится здесь. Ну, у меня уже идет прогресс на сгибание колена. Уже 15 градусов по это. Принимаем массажи, принимаем душ Арко, грязи, там, ну, иглотерапию, ну, такое вот все делаем. Вы, говорите, вы можете начисляя себе или вы с семьей? Я с семьей, я с женой здесь. Жена тоже принимает процедуры, ну, свои там женские, косметические, такое. Поэтому нам нравится здесь. Мы еще собираемся приехать сюда в октябре месяце. Это механотерапия для разработки коленного тазобедренного сустава. В данном случае мы разрабатываем пациенту коленный сустав, то есть его сгибание. Разрабатываем, увеличиваем максимальную подвижность в сгибании и разгибании. Ценность и уникальность санатория в том, что здесь широко применяют для лечения экологически чистые факторы местного происхождения. Отсюда и теглайн, завещанный экс-главврачом и вдохновителем санатория Владимиром Курнявкиным. Лечитесь тем, что создано природой. У нас есть биоклиматический паспорт у единственного за Уралом санатория, который подтверждает о том, что природа на самом деле лечит, и гулять это полезно и здорово для организма. Здесь высокоионизированные частицы воздуха, и поэтому местность как в горах. Поэтому это помогает дышать легче, это помогает насыщать кожу быстрее кислородом, но и организм в целом. И это теперь наша такая фишка в постковидной реабилитации. То есть это то, что помогает людям быстрее восстановиться и начать дышать правильно. Наш образ жизни, небрежность распорядка дня, лень и склонность к излишествам в питании – все это корректируется силой воли и рекомендациями профессионалов. Ведь доктора существуют для тех, кто еще здоров. А санаторно-курортное лечение в идеале должно быть включено 2 раза в год в график каждого. Тогда и лечить никого не придется. В первую очередь, это наши уникальные природные факторы. Это голубая и желтая глина, это соленасыщенная, сульфидная, иловая грязь, это рапа высокой степени минерализации. То есть это то, зачем едут к нам наши отдыхающие. Добывается это все неподалеку, 40 километров отсюда. Используется все это в нативном виде, то есть без химической переработки, что помогает добиваться результатов быстрее. Помимо природных факторов, мы также широко расширяем нашу линейку процедур, то есть всевозможные виды механотерапии. Сейчас мы следим за новинками, стараемся все включать в процесс. Плюс это уникальная работа людей, массажистов, да, то есть это ручной труд, который дает также очень хороший эффект. Это врач кинезиотерапии, мануальной терапии, то есть иглорефлекс-терапия, те методики, которые также активно включаются, которые активно используются на первых этапах восстановления людей после операции, после травм. Также не нужно забывать про блок физиолечения, да, как я называю, классические физиотерапевтические процедуры, плюс общеукрепляющие, оздоровляющие вещи, то есть такие как ароматерапия, соляная пещера, ингаляция. Все это помогает людям быстрее вернуться в строй. Все наши отдыхающие более-менее друг на друга похожи, можно так сказать. В чем это выражается? Это отечность, это сутулость, да, это нездоровый цвет лица, это опять-таки пониженное настроение. Почему? Потому что гиподинамия, она влияет на все стороны жизни человека. Здесь мы стараемся активизировать людей, то есть мы стараемся научить их тому образу жизни, который должен быть. Мы их учим и рациональному, сбалансированному питанию, да, то есть трудится диет-сестра, которая разрабатывает абсолютно доступное для каждого человека меню и достаточно полезное. Работают инструкторы ЛФК, работают инструкторы тренажерного зала, скандинавская ходьба у нас есть, инструктор занимается, очень активно люди включаются в этот процесс. То есть скандинавская ходьба, чем она хороша? Тем, что не имеет практически противопоказаний, да, не требует каких-то дополнительного какого-то оборудования, сил и так далее и тому подобное, но при этом человек становится опять-таки здоровый, активный, довольный, счастливый. Ну, это то, наверное, зачем к нам люди сюда едут. Не могу не напомнить, что процедур и методик индивидуального лечения больше 100. Многие из них основаны на природных компонентах. Это сульфидно-иловые грязи, рапа или озерная соль, желтая и голубая глины и минеральные воды. Но будет нечестно забыть упомянуть о медицинской реабилитации. Люди с травмами из разных регионов России едут на восстановление после травм именно сюда. Доктор Игорь Скрипченко не раскрывает диагноз пациента, это вопрос конфиденциальности, но об эффективности лечения говорит с энтузиазмом. Лечатся пациенты
с протрузиями различной локализации, с грыжами позвоночника различной локализации. Ну, естественно, размеры должны быть договоримые для того, чтобы не наделать вреда человеку. Лечатся послеоперационные больные для того, чтобы укрепить мышцы, которые находятся, скажем, не совсем благоприятном состоянии. Лечатся пациенты с комбинированными контрактурами позвоночника, суставов. О 100 процедурах рассказывать не сможем, да простит зритель. Уж лучше вы сами отправляйтесь на здоровую экспертизу и выбирайте релакс, детокс или другую перезагрузку. А мы обзорно расскажем о нескольких из них. Например, ванна соло, в которой пузырьки воздуха и струи воды под давлением 2 атмосфер лечат заболевания костно-мышечной и мочеполовой систем, а также ожирение, неврозы и эректильную дисфункцию. Сухая углекислая ванная улучшает кислородный обмен в тканях и восстанавливает больных инфарктом миокарда. А массаж сжатым воздухом с помощью многосекционного манжета улучшает кровообращение и лимфоток, нормализует сон и, что важно, уменьшается целлюлит. Соляная пещера восстанавливает микрофлору дыхательных путей и очищает слизистую. А карбокситерапия и влог лечат заболевания позвоночника, суставов, ревматологические недуги, артрозы и межпозвонковые грыжи. Не забудем упомянуть о костюме здоровья, который дал сил нашему оператору выдержать испытание свежим воздухом. Поскольку озонотерапия – это вид кислородотерапии. Она снимает интоксикацию, улучшает работу клеток печени, почек и мозга. И, конечно, не забываем о грязевых и солевых ваннах. Компоненты добываются в местном озере Островное. Кстати, медицинские испытания доказали, что именно эта ропа в 5 раз превышает аналогичные свойства солей Мертвого моря. Они стимулируют рост клеток, улучшается отток крови, выводятся шлаки. И, что важно, иммунная система приходит в норму. И это еще мы не упомянули о кедровых бочках, ингаляциях, гидрогальванической ванне, услугах косметолога, тренера-наставника в спортивном зале, лечебно-физкультурном комплексе, массаже и ароматерапии. И, конечно, это далеко не все. Просто мы дико проголодались. Место, где человек получает тонус и бодрость, это не только кабинеты здоровья, как вы поняли. Мы шли на запах. Давайте осмотримся. Питание сбалансированное, а диетическое по желанию. Многие не ставят задачу команде Краснозерского потерять вес. Он, кстати, и так уйдет из-за очищения и перезагрузки организма. Формировать меню можно на собственный вкус, учитывая предложение шеф-повара, задача которого – вкусно подать то, что в первую очередь даст сил не лениться, а проходить лечение добросовестно. Перед сном прогуляемся. Что мы видим? Активности для детей и в помещении, и на свежем воздухе. Настоящий густой лес, тропинки, храм, в котором можно научиться колокольному звону. А свернув правее, можно спеть у костра в компании новых приятелей с гармонией и гитарой. На песчаном пляже вас обязательно попросят сыграть в волейбол и будут в этом убедительны. Победы на свежем воздухе окрыляют. Если не хочется выходить из корпуса, то развлечься можно за бильярдом или настольным теннисом. Или вовсе укрыться в библиотеке. В обнимку с божественной комедией. После чего упасть в красоту природы на закате и переключиться в другое состояние, когда голоса в голове утихают и звучит только одна фраза. Как хорошо. Завтра повторим.